маленькие фишки и свой принцип, как я работаю в Скайпе. Вот есть у нас там неотвеченные контакты, да. Хотел бы заострить на том, как я работаю и реструктуризирую свои контакты в Скайпе. Кому-то, может быть, это будет полезно. Вот нажимаю «Контакт новый», то есть добавляется ко мне. Что я с ней в первую очередь делаю? Принимаю, нажимаю «Принять». Ну вот вижу, что вот есть, появилась фотография. Затем, вот когда я нажал, вот здесь вот ставлю число, сегодня 22 апреля. И пишу, что контакт сам добавился. И помещаю в список. Вот такой у меня есть список первоначальный, куда я всех помещаю. Вот я сюда его помещаю до выяснения, конечно, того, откуда он добавился. Все. Все, я добавил человека. После этого иду в Evernote. И у меня есть здесь такая подсказочка. Так, социальные сети, где там у нас? В окно берем. В Evernote есть у нас такая подсказка. Социальные сети. Переписка. Ищем. Вот Skype у нас. Вот такая фразочка есть. Мы ее копируем. И вставляем. Вставить. Здравствуйте. Напомните, где мы с вами общались. Все, контакт отработан. То есть, вот таким образом они упорядочиваются. Я вижу, какого числа человек добавился, по какому поводу. Если же потом он, скажем так, отписывается, там общались в Фейсбуке или в Одноклассниках, то есть я таким же образом нажимаю, вот здесь беру список, выбираю список, допустим, Одноклассники или Фейсбук. И добавляю сюда, ставлю в этот список. И у меня уже понятно, что человек с Фейсбука сам добавлялся. Если же я с ним переговорил, то впереди имени я пишу число, когда я с ним переговорил. Ну и вкратце, какие моменты там проговорили. Либо переношу в другую группу. Вот такие мелочи, которые, я думаю, будут полезны многим. Чтобы из множества контактов, которые у вас есть в Скайпе, вы могли всегда найти те контакты, нужные вам, и понимать, как их упорядочить, и было полезно с ними дальше работать. Всего доброго, пока. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы.